Сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах своих супруги или супруга и несовершеннолетних детей граждане, претендующие на замещение или замещающие должности государственной службы, обязаны предоставить работодателю. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются государственными служащими не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной службы, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности государственной службы по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения государственной должности. Невыполнение гражданином, претендующим на замещение должности государственной службы или государственного служащего обязанностей по представлению сведений о доходах является правонарушением, влекущим отказ в приеме гражданина на государственную службу или освобождение государственного служащего от занимаемой должности.